Здорово. А вы, Марки-Марк, а вы не заезжали к нам домой, случайно не брали такую красненькую машинку? А я видел ее на стоянке сейчас, только красненькую тачку. А на какой стояночке? Ну, это самое, около автодилера. А, да? А, да, спасибо. Подожди. А вы куда, Не, надо домой. А где ваш друг? А он решил отдохнуть на диванчике, так сказать. А, ну, может, вместе поедем? Все вы это самое. Мне надо вертолет вернуть на этот. Ну подождите, сейчас. Здесь поставлю, припаркуюсь. Здесь красное, нельзя. Ой, сори, мэн. Ну как раз вот я хотел вас пригласить. Я тут припаркуюсь, так сказать. Я как раз вот хотел. Это устал. Я понял. Я хотел вас пригласить на празднование покупки новых автомобилей. Так я за этим и приехал, так сказать. Давайте. Я только за поехал. Мы не рухнем, у меня 200 кг, так сказать. Мы не рухнем? Нет, не рухнем. Я профессиональный пилот. Ну смотрите, у меня лишний вес, так поэтому это самое. Вы там это самое. Вы пристегните лучше ремни, так сказать. У вас есть здесь пристегнение ремни? А парашюты выдают? На случай пожара. Но мы прыгать не будем. Если я так сказать, пукну и чиркну, знаете, что будет? Да не помню. Я профессиональный пилот, ничего не случится, не надо. Я думаю, что если я пукну и циркну, то это самое, порвет, так сказать, салон вертолета порвет, понимаете? Представляете, летите вы в воздухе, у вас остался в руках руль, а вертолета уже нету. Пал, так сказать, пал. Ох, какой пилот. Я смотрю, вы это самое, вы настоящий пилот. Ё-моё. Это нормально, да, все вот это лопасти? Так, а где второй друг? Где второй? Второй друг, он снизу там ждет нас. Так, у нас тут просадочки так получается, так понятно. Так, понятно. У вас я сейчас скажу, крепкий дом. Мы здесь уже как-то были. Вот. 20, это маловато. 19. Для просадочки, так сказать. Так, а чего вы встали? Где этот негодник? У кого сегодня день рождения? Я день рождения люблю, понимаете? Очень люблю день рождения. Я дома, кто есть? Эй, я вас слышу. Все вы так орете, господин Митров. Где вы есть? Я тут. Майка. Так я не вижу как-то. А как спуститься, я не понял. Ну вот, тут лесенка. Привет. Привет, бро, подожди, куда ты пошел? Это самое. Ты как оно у тебя? Что ты? На Y нажми, на филадельфийском тебе говорю, на Y нажми. Понятно. Сразу вдвоем обниматься, они пойдут полезли, так сказать. Обниматься, целоваться, там мама же ругает. Скажу вообще за такие дела. Так, ой, обнимаются они тут. Какая меланхолия, ребята. Сегодня просто день братьев. Слушай, Милф, я так понимаю, сегодня у тебя, мне сказали, у тебя новая тачка, так сказать. Да. Не только у него. Не только. Да. Ну, пойди. А где ваши папа, мама, где ваши родители? А мы живем одни. Да, они в другом городе. У нас же тут бизнес и все дела. Мы их там оставили. А так по карте деньги перекидываем иногда. На еду, воду, там все дела. Так, а я так скажу, они вот точно так же, как и мы. Так, да. Понятно. А кто по жопе вам будет давать тогда, вот, если вы... По жопе никто. За что? За что по жопе? Нормально живем. За что по жопе? За это самое, за что, за все, так сказать, за вот всякие
вольности, так сказать. Да, мы не хулиганы, мы ведем себя культурно. Так вот оно все, Миха. Я понял. Вот. Ну смотрите, мама поругает. Да не поругает. Ну моя мама поругает. Ну тебя вот, ну, вот тебя вот поругает. Не говори. Так, да. а что ты спрашиваешь про маму папу? Где твои, кстати, мама папа? Я не скажу своей маме, что вы те самые уважаемые. Так ты же наш племянник. А, так я не знаю. Ты что, ты забыл? Ты забыл что ли? Дядька, я не знаю. Дядька, так дядя Ярослав, ты вы знаете, получается, я понимаю. Понятно. Это дядя Кирюша. Я понял. Ну вот, смотрите вот. Давай, вы эту свою тачку выкатывай, а я свою выключу. Господин Милов, прежде чем заходить, так сказать, на филадельфийский сайт, вам нужно это самое, было изменить ник, понимаете? А, да, хорошо. Не хорошо, а нужно было. А это все, да, все вот закрыто. Я такие не люблю массины, покажите вас. Это так, для семьи прикупил. Я понял, ну, сейчас. Вот. А чё у вас это крыса тут, это самое? Вы чё, не всё вместе? Ну, может, опустим. Нет, она пустит. Сейчас опустим. Всё опускается, всё регулируется. Сейчас всё будет. Так и чё, ладно, подожди. О, вот это да. Вот это уже поносим, так сказать. Вот это уже, наш вариант, так сказать. Не знаю, механик какой-то забрал мою пигани, там починил, блин, позвонил. Мне теперь ее надо искать по всему городу, я вообще не знаю, куда он повез. Не, это вам к сейфу, я вам советую сейф отоздать, это вам к сейфу. А мы с полиции? Да, мы с Мильфом пока прокатнем по этому самому, на скоростях, так сказать. Сколько тачек? Да. Тачка, ну давай, 300 едет. 300 едет. Зими, чувак, только это самое, я пристегнусь, с твоего позволения. Да. А давай на. Может на пляж, слушай, может на пляж? На пляж, ну как хочешь. Доедем быстро. Ставь GPS. О май гад, а все у вас колесами. Вы так гоняетесь, у вас сюда красна тут разгоняет. Да, Мама за такое поругает, господин Мильф. Мама поругает. За такое мама поругает. Это у вас диски до красна, понимаете, что вы говорите? Мильф, 40 километров ограничения, я не пойму, для кого? Нет, ну оно у меня только сейчас пометилось, вот я и сбавил скорость. Да вот. Вы гоняете, я вам скажу, мама дорогая, у вас диски красные, тормозные, все пути, так сказать. Вот это вы летаете, да. Еще люблю спойлер, скорость. Еще и спойлер у вас подворачивает. Помогай. Да, вот это вы даете, мама дорогая. Так, ну чего, это сама. А чем нет костей? Не знаю. Так, подожди. Сейчас я метку поставлю, на пляс едем. Давай, стой. Так, едем на пляс, значит. Тусовку устраивать. Это хорошо, что как я... вообще у тебя дела я... вообще по жизни? Да какие дела? Это самое. Мы же не в должностях, так сказать. Такие могут быть у меня дела. Ты все. Я пипсиколу люблю. Ну это да. Так все это самое, бро. Так я ты обидсори, так сказать. Вот пипсиколу я люблю. Ты любишь пипсиколу? Ну конечно, там. Конечно. Поехали. Я по нулям просто. Я надеюсь, аптечки закупили. Там на пляже начальник купинейра обычно, те, кто плохо ведет себя, зёпу по зёпе бьёт сильно.
мы там в прошлый раз пытались через забор прыгнуть, нас это самое, нам попу чуть не побили, так сказать, до красного, как в Васидийске. Да. Я так понимаю, это, а вы видите этот инкассатор, видите, в городе, на да. тебе есть? Ну и все, как, какие у вас планы, так сказать? Ну, оружия нету, пока что не граблю. Так, а где его взять, в городе, да? А где его взять, оружие-то? Вы хоть ну, знаете вообще? Это нужно смотреть можно... по GPS-навигатору, чтобы он появился. А где можно раздобыть, так сказать, стволы там, эти самые, в один... Это надо грабить там какие-нибудь банды, там все дела, у них отжимать пистолеты, оружие, там, все дела. Не, это уже не, это мне водяной, пожалуйста. Дядя Миль, вы что-то вообще такое несете вообще? Какой, водяной? Опасный человек, я вам скажу. Вы опасный человек, я посмотрю. Водяные пистолеты. Водяные пистолеты, но вот тут вот вроде есть, вот говорят, тут есть. Должны быть. Давайте, вы по лестнице, а я как пока нету начальника УПНР, как прокурист. Я вот так, пока нету начальника УПНР, я залезу. Так. В бассейнах нету? Так, это все у нас тут нету такое. Бассейнах. Это все у нас тут такое. Так. Ну все, вы дадите мне пепси, принесите. Принесите пепси мне. Сейчас принесу. Давай, давай, давайте. Пепси. Вот. Так, так. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Спасибо, дядя Мир. Тоже возьму вас, себе. Все-то вас этот самый, все-то вас друг обломался, так сказать. А фейерверки? Может, за фейерверками? За фейерверками все съездим? Ну, вообще можно, можно, да. А вы вам продадут? Вам сколько лет? Ну, конечно, продадут. Не, просто мне не продают, бывает. Ну да, детям правильно не продают. Так я не ребенок. Я не ребенок. Я говорят, что я умственно немножечко, так сказать. Вот. А я не ребенок. Угу. Кстати, вообще... там этот, да, к нам да. в город прилетает один человечек. Вот. Нужно будет его встретить. Да пошел он в зёпу, дядя Миль. А чё? Да нет, надо же встретить. Новый человек. Ну да. хорошо. Надо 4-местную тачку раздобить тогда. Да. Ну, ничего. Что это такое вообще, не понимаю. Где 4-местная машина там у нас? 4-местная машина имеется. Сейчас имеется, нужно будет съездить. Имеется. Да, нужно будет съездить к брату, взять ее и уже будет. Надо будет встретить его. Дядя Миш, надо позвонить начальнику УПНР, пусть детей включит музыку на пляже, слышите? Тесенев какой-то, как в Сизрани. Мы же не в Сизрани приехали, мы же это самое. В Солнечном Акуле Матата. Вы, может, mm-hmm. позвоните? Нет, номера нету, я не знаю, кому звонить. А вы поищите. Все там есть. Так. Я пока пепси-кольки попью. Все там начальник УПНР выёживается или как обычно? Ну, выёживается, не хочется. Пока по печени не получит, так сказать. Ну, ладно, всё. Поехали в дом. Подожди, брать дядя Миш, подожди, я сейчас позвоню начальнику УПНР. Ладно, хорошо. Всё это такое, мы тут приехали сюда за так, что... Столько ехали. Так. Все, вы что-нибудь услышали? Звук? Нет ничего? А что там? Все, не врубили, вон, смотри, вон экран, он горит. Да, врубили. У меня ничего нет. Вот нет? Вот гады. Вон на том экране, вон, смотри. А музыка играет? Да, да, я все слышу. Сейчас, секундочку, разберемся с этим вопросом.
Это у вас все, значит, прекрасно и хорошо. Так, сейчас, секундочку. Совсем немножечко. Нужно немножечко команду тут. Да, обидел.